Всем здорово, ребята! Ну что, у нас сегодня определение победителей конкурса еженедельки. Как обычно, две еженедельки. Ну, раз в две недели у нас на русском сервере дают победителей. Решил сегодня быстренько это сделать перед стримчиком. Я уже даже не успеваю постримить. Вкусный, кстати, сыр бри. Так, у нас начинается от сапера «Я еще тот». Бомбим в тайлсвипер. По-моему. А, вот. Не бомбим. Так, у нас обновление было. Это, по-моему, было. Короче, делаем от этого. Поскольку я помню. От второго тайлсвипера. Вот, наверное, мутили две недели. Это были выходные. Да, все правильно. Значит, вот от этого. Считаем вот то предложение. Раз. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, нахрена я его закрыл, только открыл. 12, это что у нас получается? 72 плюс 1, 73, да? 73, поиск. 24 видос. Так, Лена Артемки. Пересмотрел видос. Так, 24, да? Я не помню обновление, это же было четверг, да. 100%, значит, это не оно. Так, 24. Раз, два, три, четыре. Это 24. А у нас еще плюс один, значит, вот это Мэри, Лоу Мэри 2. Это будет один видос. И второе число 3. Так, значит, так, раз, два, три. Новая имба на БГ. Вот этих два видоса, ребята, у вас должно быть минимум 15 репостов. Многие спрашивают, что надо делать. Посмотрите плейлисты с комментариями, ну, с конкурсом, говорю, с комментариями. Там есть куча видосов по розыгрышам. Там все рассказано. Не поленитесь, полистайте, посмотрите, как я награждаю победителя, что для этого надо. Так, я нашел вот такой вот генератор, потому что остальные не работают. Так, смотрим. Комментариев в спаме тут нет. Тут у меня тоже комментариев в спаме нет, отлично. Такс. Поехали. Ctrl-C. Генерируем. Победитель есть. Так. Я бы советовал играть на нимке. Спасибо. Играю там. Поехали. Следующий. Сталкер Про. Будь здоров. Там просто шанс 1 из 100. Спасибо. Андрюха Чикен. Андрюха, поздравляю с Огником. Не знаю, куда ты его будешь забирать. В принципе, Чикена у меня и так есть. С ним свяжусь. Ну, поехали. Чтобы все думали, что там правильно, неправильно все делает. Проверим. А вдруг у нас заблочил? Ну, у него тут даже можно не проверять. Это фанат. У него все видосы есть, он никогда не пропускает. Два дня назад. В общем, поздравляем Андрюху. Андрюха однозначно победитель. Какой, блин, раз уже? Четвертый или пятый? Вот ребята пишут, вот это все хрень. Вот человек каждый раз участвует, и он выигрывает. Пятый раз, по-моему, если я не ошибаюсь, или четвертый. Так, с Андрюхой мы разобрались. Ну, у него есть, я даже его проверять не буду. Забежим просто в контакт. Ищем Чикина. Я сюда и пошел. Я уже даже разучился искать этот
Ай, найдет, не найдет его. Так, по поиску. Не так не находит. Ладно, по ID-шке сейчас найдем. Ну, я просто знаю, что он исполняет все время правильно все. Так. Просто сейчас писану в ВК. Хотя у меня и телевизор есть. Ну, видите, у него даже последние стримы есть. Так. Есть. Первый есть. Поздравляем. А дальше. Поехали второй наш видос. Видите, здесь все очень быстро и просто, оно генерирует сразу. Эдди Кравчук. Поехали, проверим. Турчик его. Даже на абрикоса подписан. А меня не вижу. Не, есть. Так, есть подписка. Смотрим видосы. Видосы у него тоже есть из дней. Надо заставить себя как-то каждую неделю разыгрывать. Так, ну тут все есть, окей. Тут есть, и поехали еще посмотрим, ВК у нас сразу же откроется. Тут тоже, думаю, все есть, наверное. В общем, это у нас второй не школьник. Такс. Чудо, что ты хочешь есть. Плюс. Поздравляю. Все. Вот так вот, ребятушки, мы определили два победителя, в принципе. Ждите видосика, я, наверное, склепаю награждение этих победителей в этот видос. Или отдельно сделаю, не знаю, посмотрим. В общем. Что для этого надо, я уже не один раз рассказывал, поэтому участвуйте в конкурсах, это еженеделька, она разыгрывается каждую неделю, но я раз в две недели разыгрываю, потому что в зависимости от сервака огники везде есть. В общем, пишите комменты, ставьте лайки и смотрите на аккаунты победителей. Итак, ребят, мы на аккаунте Эдика, одного из победителей. Забираю ему, точнее уже даже забрал скины, и огника мы тоже забрали вместе с плюхами. Вот такие вот плюшечки он получил. У него начинающий аккаунт, в принципе, довольно таки неплохо, и для прокачки, и огники есть, в общем, нормальные плюхи для начала. Ну и второй, поехали на второй аккаунт, там будет более веселый трэш. Поздравляю Эдика с победой в еженедельке, и поехали на второй аккаунт Чикина. Поэтому он пятый раз выиграл. Так. У него будет повеселее трэш, так как пятый раз юбилей. Попробуем собрать ему зефирку. Так, съесть. Получить, отлично. Так, ну что, поздравляю, Минотавр у тебя уже есть, не только Зефира, и Минотавр. Так, точнее, Зефира еще нет, сейчас мы попробуем его достать.
Так, попытки нам еще не дали. Цветущие, большая выгода. Я не буду бегать в эти акции. Ну, давайте. Не хотят они нам еще попытки давать. Странно, странно, странно. Не хотят, ладно. Поехали. Бум. 10. 20. 70. 85. 95. 110. Аж закашлялся. 110 осколков, ребят. Так, ну второй герой. У него, кстати, нормально уже героев от меня собрано. Итак, Зефир. Есть. А, Минос, по-моему, у нас упал сразу же в инвентарь, если я не ошибаюсь. Наконец-то нам дали монетки. Поехали, заберем еще плюшечки. И Мари 5 осколков даже. Серьезно. Так, собрать, собрать. Так, я по Бырику, потому что я спать уже хочу. А, парящего острова нету. К сожалению, он у нас закончился по времени. У нас сейчас разница, я думаю, что за фигня. К сожалению, в парящем мы не сбегаем. Так, вот его Минотавр. Ничего себе, с БВшкой сразу. Охренеть. Ремочка. Ставим им ремку. Ну, даст что-то нормальное или нет? Ну, ожог. Опять утекание. Вот, наконец-то, огненка. А, у него славы нет. Мы там вроде немножко ее получили. И нифига мы толком не получили 1к всего. Да, печально, печально. Хоть скилл прокачаем. Так, Минотавр готов. И Зефир готов. Осталось всего лишь ничего, ребят. Так, а что тут у нас? У нас тут еще скины и плюхи. Так, 10-е получили. Тут кулаков нету, к сожалению. Так, но зато есть возможность получить супер пэтов. Так, что тут у него? Если мы возьмем рост, так. В данном случае он потом себе добьет дальше, что он там захочет. Так, мы еще там кого-то суперпата кого-то получили. 9-е получим. Отлично. 3, 4, 5, 6, 7 получилось у нас. Еще нормально плю, кстати, нападало книжечки. Бум. Так, скины. Что-то
еще такое по акциях есть интересное, и разбей яйца в сливое число. Такое все, поехали, еще яйца разобьем. В общем, вот так вот. Минотавр, Зефир и Овник. Так, 300 самов. Посмотрим, что у него по героям. Может, тролльнем ему еще. Он не расслаблялся. Райм, ничего себе. Дуэлянта добавили. Нифига себе. Так, 200 самиков. Семьдесят шесть, 95 роза некрас, королева воз, дуэлянт, разруха, землеройка, арктика, нифига себе, скиталец. Ладно, давайте на удачу всем корольным посмотрим, хоть может что-то интересное вытащим. Друид. Сетнушка. Просто изи, ребят. Жесть. Свален, по-моему, тоже у нас недостающий. А, нет, тут свален есть, землеройки нет. В общем, вот так вот, ребятушки. Участвуйте, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.